Добрый день, друзья! Мы сегодня находимся на уборке гороха, где в сезон мы показывали полную защиту препаратами компании «Август», защиту гороха, начиная от протравки и заканчивая обработкой против болезней. За весь вегетационный период у нас выпало порядком 170 мм осадков, что очень достаточно для бобовых культур. И за этот период мы столкнулись с массой проблем в плане болезней. В период бутонизации и начала цветения в поле мы обнаружили болезни, такие как бурая ржавчина, где мы сразу же применили Колоссаль Про, препарат, который обладает двумя действующими веществами, тибуконазол и трипоконазол, который способствует остановке против таких болезней, как бурая ржавчина. В дальнейшем мы добавили инсектицид, препарат Борей, чтобы снять проблему с тлей, которая повреждала цветки. Все это заправили в баковую смесь и провели обработку. И вот оба препарата сработали на протяжении 20 дней. За этот период горох сформировал стручок, налил бобы. Уборку решили проводить двумя способами. Это свал, который был произведен 4 августа. И уже 12 августа мы приступили к уборке. Урожайность стоит хорошая, в районе 27 центнеров с 1 гектара. И если посмотреть горох, то он полностью выполнен, неморщенный. И влажность его составила в районе 15%, что очень хорошо для сегодняшней уборки и в дальнейшем для хранения его в складах. При осмотре горохом результатом мы довольны, то есть здесь идет стандартный размер гороха, то есть нету крупный, мелкий, морщенный, большой, то есть все подошло одинаково, горох равномерный подошел к созреванию. Это говорит о том, что фунгицид, который мы вносили против бурой ржавчины, то есть он остановил пустулы бурой ржавчины, и в процессе созревания горох закончил полную свою вегетацию. Несмотря на влажный сезон 24 года, большое количество осадков было, и не могу не отметить результат препарата «Парадокс» плюс «Адью», который за весь вегетационный период защищал наше поле гороха от сорняков. На сегодняшний день мы здесь видим поле до сих пор чистое, горох уже убран, и стерневой фон у нас остался прежде чистым. Результатом и фунгицида Колоссаль Про, и гербицид Парадокс с прилипателем Адью, и хозяйство, и мы очень довольны. До новых встреч! Встретимся в следующем сезоне. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!